Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Ну, немножечко поработаем с комментариями и упоминаниями. Ну вот, в самом начале, что хочется так сказать, вот знаете, от первого лица. Разговоров вокруг меня много, достаточно много. Следующее хочу сказать. Самое первое. На телевидении просто так с города Каменска вы не попадете. Даже на Ростовское. Меня пригласили. Персонально пригласили. Потом говорят все, что угодно. Все, что угодно говорят насчет того, пролез на телевидение, там, вкарабкался на телевидение, пригласили, понимаете, самые-самые. Не будем называть лица. Я сам ушел. Второй раз тоже меня пригласили. Далее. Почему это вот говорю? Вот буквально я сейчас поднялся, НТВ там рассказывает про то, что на Украину понаехали российские там звезды. И в том числе упоминают меня. Но они как упоминают? Как упоминают? Знаете, вот не зная ничего, они меня упоминают. И потянулся туда в числе первых. Геннадий Петрович Малахов за длинным рублем. Вот так вот, знаете, сразу бац, за длинным рублем. От первого лица. Было приглашение. Я его проигнорировал, потому что я не знал, кто там меня зовет, да зачем они мне там нужны. А потом они вышли с Украины на Москву, на тех людей, которые делали передачу. И уже они мне говорят: Петрович, ё-моё, поехали в Киев, будем делать передачу так, как хотим. А тут, видите, за длинным рублем. И далее я сам смотрел отзывы. Встречаем Петровича, приходит поезд. Ой, пришёл Петрович. Какой ты хороший, какой это. А потом через некоторое время, когда там все закончилось там, в том числе и меня, о, понаехали тут наши деньги зарабатывать. Ну просто, знаете, ужас. И тот канал, который вот так сказал, за длинным рублем, еще меня зовет. Да никогда я к нему не пойду. Нет, пойду за очень длинный рубль. Ну, за очень длинный рубль. Если такой у них найдется. Просто кошмар. Ну, ладно, после такого вступления, комментарии и упоминания. Значит, Елена Ельникова, молодец. Вот тут написано, кто такой, все такое. Как вы относитесь к гвоздестоянию? Гвоздестояние, я не знаю, я знаю позу всадника. Мне кажется, тоже очищает полевую форму, убирает тоже психологические зажимы. Не знаю, что такое гвоздестояние, поэтому я ничего ответить не могу. А убирает она, не убирает и так далее. Поэтому как-то мне даже это не интересно. Далее. Долма рецепт мега. Первый раз видела, как готовится дома. Спасибо. А, долма. Это как раз целебная кулинария номер 55. Кстати, смотрите целебную кулинарию. Если вы хотите перейти на здоровое питание. И тут сразу же мы возвращаемся к нашему Сержу Матвиенко. Сержу, я... И я думаю, весь канал, мы с тобой, мы тебе помогаем. И вот смотри, что я хотел бы сказать.
Голодание ты там как-то там проголодал, ну, проголодал. Налицо результат. 126 весил. Ну, ты начал там со 100 что-то нам 11, будем говорить. И менее 70. Все, сбросил. А листы там куча вышла, еще там выходят и так далее, и тому подобное. То есть, чтобы я тут вот тебе лично порекомендовал, не бросать ни в коем случае противопаразитарку. Раз выходят черви, они уже во всем организме, не только внутри в твоем, они уже везде. Поэтому надо протравливать, протравливать, протравливать. Один цикл, жизненный цикл развития паразиты, аскариды в организме человека 90 дней. А ты пока выходишь там сколько? 80 дней. Понимаешь? Вот. Далее. Запустили пищеварение. Это большое дело. После такого большого голодания, которое ты там провел, неизвестно как. Запустили пищеварение. Лично я руководил кислого молочка. С кислого молочка, чтобы все запустилось, запустилось. Перешло в конце концов на кашки. Перешло в конце концов там на овощные блюда и кашки там с сальцом, чтобы появилась клетчатка и заработало опорожнение. Опорожнение заработало. Большущее дело, потому что у тебя, с твоих слов, запоры были там чуть ли не с самого детства. Позвольте, 38 лет, ёханый бабай. Теперь же борьба настала с жором. Я тебе уже порекомендовал, что и как там делать. Слушай, пытайся, не так, так вот так. Там и 100 раз молитву прочитать, прежде чем что-то там съесть. Вот тебе захотелось съесть, а ты нет, надо прочитать. И вот когда прочитаешь, глядишь, она как-то и не так захочется. Либо вообще перехочется. Разумно, значит, распределять эту пищу через каждые 3 часа. Ага, хочется больше, значит, дозу увеличиваешь ты еды со 100 грамм, грубо говоря, там 150-200 грамм. Вот. Важно, чтобы перед следующей, после 3 часов, тебе опять захотелось. И вот тут такой сложный вопрос, которого как раз я касаюсь целебной кулинарии, это то, что вкусы были, у нас у всех они вкусы были сформированы предыдущей жизнью, которая нас привела к болезням и прочим-прочим состояниям. Их надо менять, потому что возврат после голодания к той же самой еде, к тем же самым объемам еды, опять приводит к тем состояниям, от которых мы уходили, голодая. То есть ушли из этого состояния, а теперь опять возвращаемся. Поэтому вот надо немножечко перестроить свое питание так, чтобы ты питался и вкусно, и полезно это было. А не просто вкусно, и мне и все, и отвалите. А большинство людей питаются именно так. Мне вкусно, я хочу вот наесться вкусно и так далее, и тому подобное. Ну, наедайтесь, потом вот будут такие вещи. И лечитесь таблетками. Помогут они вам, не помогут. Раз вы не изменили пищевое поведение, плюс добавили таблетки, да, вы быстрее еще будете разваливаться. Надо это осознать, надо это понимать. Потихонечку меняем. И я как раз сказал, не надо вот этих вот никаких там делать сейчас блюд, которые стимулируют вкус. Вкус должен быть простой. Получай его от каши, от картофеля, грубо говоря. Можешь там яйцо, там, грубо говоря, отварил в смятку, там, ну, поджарил там, в конце концов, яйцо. От тушеных овощей, там, ну, немножко там добавил какой-то специи к овощам. Но если ты начинаешь вот это все стимулировать, и для тебя как бы сказать, побаловать себя вкусом считается основным в жизни, это, ну, извини уж, как говорится, от чего ушел, к тому и пришел.
То есть постепенно меняешь вкусы, вкусы свои, вкусы. Я вот как раз на там, целебной кулинарии, да сколько там вкусовых оттенков, которых нету вот в такой жизни. От салатов, от свежевыжатых соков. И не надо что-то там, вот в этот самый, я был у своих знакомых, у них там какая-то машинка для проращивания там зерен. Ничего не надо этого. Берешь это зерно, тупо помыл в чашку большую, положил, залил водой. Сутки не сутки простояло, а день простояло. На ночь воду слил, опять оставил, чтобы все это увлажненное было. Глядишь, на следующее утро уже выклювочек. То есть не надо заморачиваться. И твоя задача, пускай даже, вот ты там, что-то там привык, ты там вот так питаешься, вот так, вот так, вот так, вот так, такие-то вкусы. Ты попробуй немножко и обратись к своему организму, не ко мне и не к своим весам там взвешивать, а к своему организму. Вот ты съел. Прошло там, допустим, определенное время, ну, грубо говоря, там, до следующей там еды, часа там три, да? И ты чувствуешь, ага, все нормально усвоилось, все хорошо, все это. Либо ты же съел то из того, что ты ел, или что-то новое, и чувствуешь, что-то у меня желудок не хочет желудить, не варить. Что-то только не так возникло, что-то не то возникло, что-то еще такое. Значит, этот продукт убираешь. Я вам сколько раз рассказывал лечение изжоги. У меня была очень сильная изжога, которая в конце концов перешла бы в воспаление поджелудочной железы. Такие боли были опоясывающие. О, такие. Вот. А что, от чего, от чего, почему, а как? Ну, благодаря тому, что я начал в чем-то разбираться, я исключил блюда, которые обработаны термически, а именно, в первую очередь, желтого цвета. Это помидоры. То есть, как только поджарка из помидор, все, изжога. Как только, значит, килька в томатном соусе, изжога. Как, значит, еще что-то там такое? Ну, чрезмерно. Опять изжога. Я говорил, даже мед желтый, вот этот мед, и он тоже вызывал у меня изжогу. И это все отбросил. Пожалуйста. С поджелудковой нормально. Изжоги нету. И иногда я даже употребляю эти блюда и не наблюдаю этого. Но я знаю, что иногда это я съел. А если я заряжу на постоянку, значит, у меня опять начнется изжога, начнется обострение с поджелудочной железой и так далее. Надо мне это? Лично я посчитал, не надо. И я нормально обхожусь без этого. Вот. Поэтому твоя сейчас задача на данном этапе. Поел. Задача работать с количеством и с качеством. Поел и смотришь, как твой организм это все переваривает. Нормально, значит, это блюдо оставляешь у себя. Ненормально, пока выбрасываешь его. Отобрал, грубо говоря, с десяток этих блюд. Кашу такую, картошку такую, допустим, тушеные овощи там такую, свежий салат, грубо говоря, такой там, сок там такой, там еще там что-нибудь там, мясо, грубо говоря, там творожок там. И нормально, и питайся. Той же, грубо говоря, с прошлого зерна, там различные блюда, о которых я столько говорил. Вот и все. Эту работу за тебя никто не сделает. И эта работа делается именно так. Ты пробуешь, получается. Ты пробуешь, не получается, отодвигаешь. Потому что это тебе не подходит. Вот это должно до тебя дойти, и тогда все будет ясно и понятно. Я надеюсь, я тебе сказал достаточно. Пиши на канал. Я твои письма читать особо не собираюсь на почте. Здесь вот обращайся еще и к людям, кто там, чем там тебе поможет. Основное, все сделано. Дальше работа за тобой.
Ну все, а то я повторяюсь. Итак, я так, значит, рассказал про целебную кулинарию, зачем я это все это затеял. Ага, есть. Потом мега пишет, спонсор 3 месяца, молодец. Так, как могут пройти сердечные боли и варикоз от умывания талой водой? Кто-нибудь испробовал, кроме Геннадия Петровича? А я разве говорю о том, что сердечные боли и варикоз от умывания талой водой? Талая вода, что она делает? Она очищает сосуды. Талая вода растворяет. Об этом хорошо этот написал в свое время тот, кто впервые, так сказать, знаете, вот столкнулся. Если я вспомню, я это назову его. Если нет, нет, в следующих видео было. Вот. Он как раз там и книгу написал, и потом начал уже такую воду делать и продавать, и та-та-та-та-та-та-та. Талая вода полезна тем, что она растворяет разного рода шлаки, и я сам на себе убедился в том, что прекрасно очищаются и почки от разного рода камешек, песочков и так далее, и так далее, потому что у меня лично выходили. Пробуйте, я об этом много рассказал. А значит, умывание талой водой, к сожалению, оно не сердечные боли уменьшится из-за того, если вы пьете талую воду, что промоются сосуды внутри сердца. Они станут лучше снабжать, значит, мышцы сердца всем нужным, и это сделает сердце здоровее, а сосуды очистить. Ну так. Чтобы вы понимали механизм. Я всегда, если говорю что-то, стараюсь вам рассказать и механизм действия. От умывания только тонус будет хороший на лице. Так. Далее идет. Вот опять-таки мега. Это средство для умывания или для всего тела? В данном случае я о чем рассказываю? Я рассказываю об умывании, насколько я помню это видео. Значит, вы конкретно, вот все-таки, знаете, я, опять-таки, знаете, сколько я уже вам наговорил, сейчас я только гляну. 17 минут я наговорил. Вот как с Сержем. Рассказываешь, то все, 5-10, вот она видео, вот она, мы природная косметика, мы ж не внутрь ее. И нет, только бац, для умывания или для всего тела. Ну попробуйте для всего тела холодной водой себе так, раз. Особенно, сколько надо этой талой воды иметь, делать, чтобы смазать, и как вы будете себя чувствовать. Ну вы же все-таки это самое. Вникайте в то, что, о чем я говорю. Вникайте. Далее Елена Ельникова пишет предпраздничное назначение. У меня голодание 6 дней на урине при воде, потом сухой голод. Сегодня второй день, потом один день на воде и урине. Выход на соках всего 14 дней. Непонятно, был ли ацидотический криз. Ну, смотря как вы ориентируетесь. Ацидотический криз, ну, если знаете, просто так сказать, от вас начинает пахнуть ацетоном. Вот он, ацидотический криз. Вот и все. Пахнет от вас ацетоном или не пахнет? Было слабое головокружение, в особенности, когда резко встаю с кровати. Да, сейчас на голоде, когда человек голодает, надо очень осторожно вставать. Особенно, если вы принимаете ванну, распарились, разжарились, встаете, все, головокружение, можете упасть. Так, и слабость была. Ну, это нормально, не совсем сильно. Медленно хожу на прогулки.
Нормально, так и должно быть. Головной боли, тошноты нет. Отлично. Это говорит о том, что у вас нет интоксикации. Пишут, нежелательно прервать криз. Кто там пишет? Что там пишет? Нежелательно. Такие, знаете, знатоки, которые вот это, там что-то там такое, как наговорят, при этом они могут сами и не голодать. Нежелательно прерывать криз. Ну, это все, пятое, десятое. При этом даже не знают, а был ли он или не был ли он. Вот Вадим Лагрин правильно пишет. А зачем сухое голодание? Ну, чё вы? Обычно на 5-7 день голодание водного бывает. Еще разок я вам хочу сказать. От вас начинает пахнуть ацетоном. Вот это он и пошел. Криз наступил. Ацидотический криз. Ацетоном запахло. Если вы тренированы, у вас это может наблюдаться на 3-4 день. Если вы не тренированы, то у вас может наблюдаться на 10 день. И даже далее. Вот так вот. Вот, значит, запах ацетона изо рта. Так и должно быть. Так, ага, вот пишут это, сократить срок голода сухим. То есть, есть такое мнение, что одни сутки голодания приравниваются к 3 суткам водного голодания. Ну, есть такое. Насколько это справедливо? Вот тут, знаете, трудно сказать, насколько это справедливо. Приравнивается, не приравнивается. По тяжести, конечно, гораздо тяжелее. По воздействию, силе воздействия сухое голодание, конечно, гораздо будет сильнее, чем водное. За счет чего? За счет того, что организм начинает отбирать воду, как, грубо говоря, государство. Он начинает отбирать воду государства, ну, в смысле, у разного рода бандформирования. Вот когда в государстве куча бандформирований разных, знаете, то и государству там хватает, и бандам формирования хватает, и все там эти, все там живут, и все нормально. Но как только государство, будем говорить, что-то недополучает, оно сразу же начинает использовать свой аппарат для подавления всех остальных. Всех расстрелять и все. То есть так точно поступает и организм. Как основное образование, он воду забирает у всех там, грубо говоря, паразитов, там грибков и так далее. То есть он становится очень жестким в этом отношении. Вот тут да. Но возникают свои там сложности, как вы потом будете выходить, насколько вы правильно выйдете, насколько вы можете пересушить там себя, ну это все может быть. Поэтому лучше всего, конечно, с водичкой, раз, нормально. Поехали дальше. Вот Сергей Матвиенко пишет, что там он кушал, вот это вот кушал. То, что ты кушал, ты будешь сейчас там готовить, там не готовить. Сало немножко растоплю, лучок стал складковатым. Вот, что там этот сам, пророжки там с овсянкой и так далее. Это уже твое дело, или там суп гороховый и так далее. Ты можешь так для себя писать, сюда выкладывать или еще. Это, в первую очередь, интересно для именно тебя. Для того, чтобы ты понимал, ведя дневник, что тебе подходит, а что ты не подходишь. Вот намешал там, мешанину там сделал. Глядишь, у тебя там изжога. Или глядишь, у тебя там несварение. Или глядишь, у тебя этот самый жор появился. А от других продуктов, да нормально, и заснул, и то есть все, 5-10. То же самое со сном надо. Раньше вставать, не ложиться спать. Тут все заключается в самодисциплине. Когда самодисциплины нет, ну что поделаешь. Можете почитать, по-моему, в 4-м томе
целительных сил. Как Юрий Петрович Власов выходил из создавшейся этой ситуации? Сколько, как раз у него была бессонница, сколько ему пришлось приложить усилий для того, чтобы выйти из этого? Войти, знаете, легко и просто. А вот выйти... Так что четвертый том прочитать про Власова, как он там оздоравливался, что там с ним было, с какими он трудностями. Важно, знаете, вот как раз я в четвертом томе постарался написать, с какими сложностями встречается человек, начиная оздоравливать себя. И каждый там по-своему это самое... Я даже, знаете, что сейчас сделаю? Немножечко расширенно даже сделаю. Расширенно, да, с расширенно, готовые книги. Вот смотрите, у меня тут авторский учебник. Это же все в свободном доступе, я же выставил. Все, пожалуйста, можешь, пользуйтесь. Так, ну-ка. Первая часть сознания человека, его роль в оздоровлении. С этим очень мало кто работает. Либо есть только с этим работают, а на остальное они не обращают внимания. А вот смотрите, как раз вот мы и подошли к такому поворотному пункту на примере с Сержем Матвиенко. Это то, что человек начал, грубо говоря, там голодать, потом он начал вот это там питаться. Вот. А потом он столкнулся вот с разного рода сложностями, и дальше уже идет, а как ты должен с этими сложностями, которые возникают у тебя в сознании, справляться. И вот я как раз и написал это вот для всех, потому что в основном люди меня знают по там, очищению, там, может быть, немножечко по питанию, там, и... По уринотерапии, голоданию, это да, знают. Особенно по уринотерапии, ух, какой. Значит, первое, сознание человека, его роль в оздоровлении, видите, это основной рычаг, который позволяет нам оздоравливаться. Первое, значит, причина лежащего образования полевой формы жизни. Ребеночек, вернее, вот, зачатие произошло, и строится форма человеческая. Вы ее строите? Нет. Во мне, в вас зашита программа, которая начинает руководить этим развитием. Далее. Глава 2. Слагаемые человеческой личности, их особенности, влияние на человеческий организм. Виды человеческого сознания и их роль в оздоровительном процессе. Несколько этих сознаний, обыденное, грубо говоря, как это говорит, подсознание, там говорят, и то, и все, пятое, десятое. Я для себя все это разжевал. И то, что даже здесь изложено, оно изложено отчасти, но не до конца. Потому что сюда надо было добавить еще и побуждение. Не знаю, побуждение добавил, по-моему, нет. Так, виды человеческого сознания, их роль в оздоровительном процессе, психическая индивидуальность человека, психическая активность человека, как ее держать. Вот как раз все говорят, у меня депрессия, ни гормонов нету, ни энергии нету. А тут я как раз вот буквально так я сегодня смотрел, с Алексеем Шредером последний видосик. А он говорит, а тут врачи, которые эти самые, как их там называть, ну, по гормонам, короче, они, раз у вас вот это такое вот депрессия, то что-то такое, значит, вам надо вот такой гормон, вот такой гормон, вот такой гормон, вот такой. Потому что в крови, когда берут там анализ, значит, не хватает того, всего, пятого, десятого и так далее. Алексей молодец сказал, потому что как только депрессия, да там весь организм работает, он не работает. А как только вы осознанно поняли, в чем, грубо говоря, ваш интерес, и у вас появился интерес к жизни, и все гормоны,
пришли у норму и даже зашкаливают. Ну, короче, дует вам в ухи, особенно сейчас молодежи. Хочу накачаться, обивить, дожри там гормоны, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А потом, без этих гормонов, потом термин гормона заменительная терапия. Нахрена ты свою гормональную систему ухайдокал? Чтобы теперь на это. Так. Саморегулирование личности. Вы же должны себя регулировать. Регулировать. Форштейн. Взаимосвязи личности. Мы не просто с вами живем. Вот я живу, общаюсь с вами. У меня там семья есть. То, сё, пятое, десятое. У каждого свои интересы. Сейчас там внучок. У него вообще там свои там интересы. Там. Годовалый с лишним. И если мы не хотим их понимать, не хотим их принимать и учитывать, то это отравит жизнь как членов семьи, которых мы не хотим принять. Мы хотим, чтобы, грубо говоря, там супруг или супруга были вот такие вот, а то, что они там хотят, мы это не хотим видеть. И получается нестыковка, и вот это все ломается. Так, взаимосвязи с другими людьми обществом, взаимосвязи с миром полевых форм. Вот я, допустим, вам там рекомендую многие вещи такие делать, а вы видели, какие сны вам снятся? Вы видели, кто вас пытается поработить, кто с вами там сказать это? И тут вот Светоч дает вам советы. Позвольте, Светоч, а ты какого рожна вмешивается? Этот, допустим, человек, Серж, он уже наш был. Или вот этот человек, он уже наш был. Или вот этот. А ты его тут как-то это, слушай, ну-ка мы-ка это самое, повоюем как с тобой. И приходится воевать по ночам. Ну, потом думать, что ж энергии не хватает. Вот так-то. Глава 3. Шкала бодрствования человеческого организма. Особенно различных состояний сознания. Вот я разбираю. А что ж? То есть, в чем заключается вообще феномен жизни заключается? В том, что у нас работает вообще-то сознание. Потеря сознания. Что это такое? Сон, просоночное состояние, генетическое состояние. Различные виды транза. Различные виды бодрствования, экстазовые виды. Далее идут глава 4, методики работы, собственно, сознанием. Вот какие, этот самый, все. Но самое важное, чтобы у вас разум ваш работал, чтобы вы ко всему как-то разумно относились, разумно с какой-то, знаете, вот... С каким-то даже недоверием, чтобы вы там, ага, с тем сравнили, с этим сравнили, а так ли это в жизни. А то, как начинают чесать. А потом. Ну, далее, собственно, оздоровительная система. Та-т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 а. И вот, наконец, часть третья. Четвертого тома. Ошибки, затруднения, возникающие в процессе реализации оздоровительной программы. Вот вы что-то надумали делать. И у вас и пошло. Желающий получить оздоровительный эффект без предварительного очищения организма, например. Использует оздоровительные средства без учета собственной конституции и возраста. Это как раз Серджи вот начинает. Ну, биоритмологические факторы, ну ладно. И биоритмологические факторы, вот там кто-то писал, а я сейчас на сыроедческом рационе. А что сейчас сырые овощи, фрукты у нас в изобилии, что ты находишься на этом рационе? Так, непонимание процесса, происходящего в организме при оздоровлении. И даже враждебное отношение ближайшего окружения к процессу самооздоровления. Вы что-то там затеяли, а сам говорят, иди к врачу, ты что тут делаешь, ты себя вредишь и так далее.
Так. Разбор оздоровительного процесса по некоторым заболеваниям. Вопросы заключения к целительной. Общее заключение. Ах ты, это значит не тута. Не тута. Или тута. Не тута или тута. Я ж хорошо помню. Или это в третьем томе, что ли? Или это в третьем томе, тома. Тома, не все дома. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А где ж это, а где ж это? А где ж это я разбирал? А ну-ка, сейчас третий том посмотрим. Сейчас мы посмотрим третий том. Третий том посмотрим. Что тут у нас? Так, годовые, уринотерапия, теория, практика, крупы бобовые, ах ты. А где ж это есть? А где ж это есть? Где ж это есть? Надо же, да? Ну, короче, где-то это есть, где-то это есть. Где-то это есть, где-то это есть, так. Ну-ка, 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 слово к читателям, устройство человеческой машины. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, лечебный эффект водных процедур. Вот кто хочет узнать, как там вода будет внешне действовать. Ладно. А где ж это может быть? Мне самому стало интересно. Так. Самолечебник «Основы здоровья» одной книгой. Ну-кася, а тут нету, нету, жаль, жаль, тут нету этого самого. Ах ты. Открыть программу просмотр. Нету этого самого. Та-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ага, поиск, на поиск. Ну-ка, поиск. Сейчас забьем там просто Власов. Власов, что-нибудь будет? Ага, ищет. Найдет или не найдет? Найдет или не найдет? Инь-янь даже, видите, даже то инь-янь. Ой-ой-ой-ой-ой. Тай-най-най-най-най. О! О! Ты смотри. Вот как раз есть. Это значит, книжка называется «Основы здоровья. Одна книга». Вот, значит, тут Власова подарили жизнь. Раз. Да-д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 а. Свойства урины. Так, пример. Та-та-та-та. Ага, приложение, пример. Это уже кто как. Там было, насколько я понимаю, вклад. Так-так-так-так. О! О, нет. Для собственного... Так, это так. Вот. Помню, что писал. То есть я разобрал различные системы оздоровления. Различные системы оздоровления. Там, допустим, Шаталова и там... Грубо говоря, еще кого-то. Для того, чтобы подчеркнуть, какой вклад они внесли, ну, в общее вот это вот оздоровление. Ну-ка, сейчас еще разок смотрим. Эффект уринного голода. Вот тут примеры можете посмотреть. Ну-ка, сейчас я... Посмотреть просто. Вот я очень много примеров привел для того, чтобы
вы понимали, вот у человек, вот, например, пример два, два года, пример, два года тому назад я понятия не имела, что такое уринотерапия, и не хотела знать об этом. Как-то я пришла к своей сотруднице Валентине домой, а у нее на столе лежит ваша книга по уринотерапии, я мельком взглянула, не проявила никакого интереса, отодвинула ее Валентину, это вроде как... Как-то обидела, поджагуда губы рассказала, не хочешь почитать? Я вижу, ты с этим не знакома. Нет, такая чепуха меня не интересует. Да зачем мне это? Она говорит, ну ты зря, а вдруг пригодится. Так, значит, я взяла книгу, чтобы не обидеть свою эту. Ага, и вот. Ну и не очень, чтобы, но все-таки заинтересовалась, хотя бы ее до конца не дочитала, а буквально на следующий день получила травму указательного пальца правой кисти, напрочь вырвала мясо на концевой фаланге, а сама фаланга разболелась в виде, раздроблена в виде веера. Жуткая боль, так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. Я быстро сняла, значит, ребенка с горшка, сунула осознанно окровавленный палец в теплую детскую урину. Через 20 минут боль заметно стихла. В травмпункт я попала 8 часов спустя. Так, там мне хотели, значит, откусить оголенный веер и ушить рану. Так, но не получилось. Я от страха сбежала. Дома я стала 3-4 раза в день делать ванночки пальцу в теплой детской моче. За 26 дней наросло мясо, затянулся оголенный веер без каких-нибудь, какого-нибудь мгновения. То есть кладезь, кладезь того, что надо. А так, пожалуйста, да, отрезали. И вся недолга. О чем мы там? Отрезали, и как хотите. Меня вообще, знаете, очень, мягко сказать, удивляют такие методы лечения. Ну, например, как вывели кишку наружу, здесь колоприемник, и ходи. Все, мы тебя полечили. Вот ты обратился с чем-то, а мы тебя полечили. Вот такое у нас лечение. Мы просто-напросто, не зная, как и что там разобраться с кишечником, мы просто-напросто отрезали ту часть. Мы его отрезали. А сюда вывели. И ходи теперь с этим колоприемником. То же самое с мочеприемником. Я уже рассказывал, у моего отца был мочеприемник. И он думал, ё-моё. Вот, далее меня еще удивляет такая вещь, как этот самый пересадка органов. Очень удивляет. И большинство людей, да и я так это самое раньше думал, что... Ну, орган пересадят, допустим, печенку там или почку пересадят, и она у вас будет служить, и все нормально, все хорошо. И вы, грубо говоря, с ней будете бегать, как ни в чем не бывало. Оказывается, нет. Если вам что-либо пересаживают, то для того, чтобы организм это не отторгал, вы всю оставшуюся жизнь теперь будете принимать вот эти вот таблетки, подавляющие вашу собственную иммунную систему, чтобы она не отторгла вот этот вот... Ну что, что тут у нас? Та, ё-моё, я не туда, не на то нажимал. Не на тот этот. Чтобы она не отторгла пересаженный орган, там почку или там что там, печень.
и так далее и тому подобное. Вот такие вот вещи. Значит, это, ну, грубо говоря, Власова найти нашли. Это несколько не так. Но, как говорится, у меня же это. У меня же. У меня же, ага, основа здоровья. Я написал расширенную версию, которая у меня в 9 книгах. Я не знаю, там видите, не видите. Давайте я сейчас вот так поставлю. Ну, примерно тут, там, да? А в 9 книгах... Ах ты, тут тоже нету этого самого. Нет, есть. Вот как раз, смотрите. Оздоровление как и индивидуальная система. Это книга 9, книга заключительная. Я ее не стал вставлять в ту работу, которая идет одной книгой. Но. Ну вот в насколько я это самое. В расширенном варианте, вот в этом, она, по-моему, тоже есть. «Основа здоровья», 9 книга. Вот такая штука. Часть вторая. Обзор основных оздоровительных систем. Ну, зачитаю вам вот Юрия Петровича Власова, так сказать, дабы вас как-то узбодрить, что ли. Да буду заканчивать. Сколько там? А, нет, 8. Значит, смотрите. Моя оздоровительная программа — ванны, тренировки, разумное питание и психотерапия самовнушением — должна обернуться устойчивостью в здоровье и ясностью мышления. Без этого жизнь не представляется мне достойной, и я буду искать пути возрождения ее. Сержу, это для тебя. Ищи пути своего возрождения. Тебе уже там рассказали, показали, ткнули в книги, читай. Читать я не могу, ты понимаешь? Ну, не можешь. Но пока нужно терпеть. Заложенные семена дадут всходы. Нужен немалый срок, дабы изменить инерцию и в мозговых процессах. Вот пока идет, у меня жизнь, мол, направлена на то, чтобы вкусно покушать, вот хорошо покушать, и я кайфую от того, что я кушаю, я вот такой сякой, ай, какой я молодец. И в физических слишком долгим было время развала и невежественного отношения к себе. Юрий Петрович Власов. Вот смотрите, оздоровительные средства, методики, предложенные этими авторами, я их, ну, которые были, я собрал, и что я сделал? Я протестирую пониже следующему опроснику. Первое. Мотив. Что явилось стимулом для самооздоровления? Что того или иного человека, который в конце концов создал ту или иную оздоровительную программу, там, метод, что послужило стимулом для этого? Вторая, первая помощь. Значит, первая помощь. А как правило, первая помощь – это обращение к официальной медицине. А мы тебе сейчас это самое, колоприемник там сделаем. Или посадим на пожизненное, значит, это самое. Будешь принимать лекарство, которое подавляет твой иммунитет. Ну и так далее, и тому подобное. Так. Третье. Поиск средств, самостоятельно шаги в оздоровлении. Кстати, я, наверное, вот эту штучку прочитаю. Вот, ё-моё, опять я должен читать. Дабы вставить это как в школу здорового образа жизни, как урок. Значит, третье. Поиск средств, самостоятельные шаги в оздоровлении. Какие они были, кто что делал. Не с первого раза они попали. И не со второго.
Четвертое. Опыт и осмысление оздоровления, создание собственного оздоровительного средства или системы ее обоснования. Мало создать что-то такое. А как они ее обосновали? Вот, допустим, бутылька, ага, дыхание. Основная болезнь – это глубокое дыхание. Вы там раздышались, вымыли углекислоту, и дальше у вас там 400 с лишним болезней появляется. Но причина является – это, значит, вымывание углекислоты из организма. А это коробка, знаете, так. Позвольте спросить, а… Есть ли причина, которая способствует вымыванию углекислоты? Конечно, она есть. То есть это уже следствие вымывания углекислоты. А первопричина находится в сознании. Человек заволновался, раздышался. Ой. И так далее. Так, пятое, какая новизна нанесена автором той или иной системы? Что он нового внес? Там Поль Брех что внес? Что там Шелтон внес? Что еще кто там внес? Что еще, что? Кто, что, что, как? Так, большинство из нас идут именно этим путем, поэтому в таком виде создание собственной системы легче воспринимать. В изложении мотивов, создании системы и осмыслении я в основном буду цитировать авторов, чтобы не искажать их мысли. Свое заключение я буду высказывать у конца концов. И пошел Поль Брех, Елисеева, такой Николай Федорович Морозов, который написал книгу «Законы природы и здоровья человека». Михаил Горин, так, Георгий Сытин, Аксенов, Кнейп, Юрий Андреев, Мирзакалим Нурбеков, Майя Гугулан написала книгу «Попрощаемся с болезнями», Кацудза Ниши, Бутейко, Армстронг, Брег, кто еще? Ну, и дальше пошел разбор, кто, что, поиск средств. То есть эти люди заболели сначала, значит, модное слово, лютым образом заболели. Все случилось, конечно, на основании собственного невежества, которое привело их к болезням. А как? Умирать-то не хочется. И тем более в молодом возрасте. А как из этого выходить? Сунулись туда, сунулись сюда. А там даже, знаете, в открытую говорят, ну, вот как этот самый, сейчас я если найду, вот, поиски, долгие поиски, так сказать. Так вы понял, девятая книга «Основы здоровья». Если нету, требуйте, чтобы она была в библиотеке. Я тогда посмотрю, как ее вставить или еще что-то сделать. Так, что я хотел? Загрузки. А, Караваев. Караваеву, когда было маленький мальчик, 9 лет, и он заболел туберкулезом, пришел знающий врач. И говорит, согласно моего опыта, он находится на той стадии, что готовьте ему, интересно, он выразился, деревянный домик. Мама говорит, да он же маленький, как он будет жить-то в деревянном домике? Говорит, вы меня не поняли, готовьте ему уже тот, который тот в сырую землю уйдет. И он все это слышал. Доктор сказал все, ему осталось там недельки две, а месяц. Туберкулез. Все. И нет. По-моему, с Майей Гугулан там тоже была, она когда ребенком была, вот такие вот вещи слышала. Что ее удивило, что взрослые, мама с папой, бабушка с дедушкой, кто-то разводят руками. Вот врачи сказали,
А мы ничем. Рассказали резать там. Значит, будем резать или еще что-то. И так делают. И людей делают этими самыми инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Хотя можно было. Можно было. Все это делают. Исправить. И не так уж сложно это. Знание, опыт, все это как. Ну вот на канале я вам рассказываю, показываю, привожу. А в книгах сколько опыта. Раньше мои книги читали, миллионные тиражи, люди ссылали отзывы. То есть все, сколько я там примеров привел. Ну ладно, я так сказать, слишком много рассказал. Смотрите, сколько это тут у нас будет. Ох, 55 минут. Кто это будет смотреть? Ну вот кому надо, тот и посмотрит. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.